Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов в магазине «Лента». Поехала я на самом деле туда за молочкой, фруктами, картошкой, ну, немножко овощей купить, и в итоге оставила 8 тысяч. Напишите, у вас так же или нет, но, в общем, все нужно, где-то какая-то акция, где-то что-то просто захотелось и так далее. В общем, в итоге 8 тысяч у меня получилось. Чек будет в конце видео, но давайте уже покажу, что купила. Итак, вот такая закупка у меня получилась. Давайте начнем отсюда. Взяла туалетную бумагу вот такую. Какая-то типа большие рулоны. Толстые такие, 4 штуки. И кондиционер вот этот «Лентос». Очень он мне нравится, люблю его, поэтому часто покупаю. Здесь еще 5 килограмм картошки. Песина моя. Вот, картошка в сетке, кстати, очень даже неплохая. Да, хорошая у меня. На развес, которая она какая-то совсем полугнилая была, поэтому взяла в сетке. Вот, из мяса взяла, только у меня еще мои запасы не закончились, но была акция на индейку. То есть я мясо не планировала покупать, но вот была акция на индейку. Грудка индейки по 369 рублей. Обычно она больше 400 у нас стоит. Поэтому я взяла сразу 2 больших кусочка, разделю их, ну, в общем, что-нибудь приготовлю. Также была акция на сосиски, вот такие черкизово. А у меня еще, кстати, в морозилке лежат запасы сосисок, но я взяла еще, в общем, заморожу их. И взяла вот такую колбаску, на нее тоже была акция, девочки, вот такую вареную, может быть... Не знаю, салатик, оливьешечку какую-нибудь сделаю, хотя уже надоели салаты, да, в общем, посмотрим. И взяла, тоже была акция, вот такие наггетсы. Я все время беру, у меня их любит муж, иногда берет с собой на работу, в общем, разогревает их где-нибудь и ест. В общем, разные вот такие взяла, с ветчиной, с сыром, потом обычные классические 2 упаковки и с филе индейки. Они были по акции, поэтому взяла сразу 4 штуки. Также по акции было вот такое тесто, талоста. Я обычно покупаю лентовское тесто, но вот это получается дешевле. 900 грамм, здесь 4 пласта я взяла бездрожжевое, и здесь у меня дрожжевое. Я уже много раз говорила, такие вещи должны быть у меня в морозилке. Достал, быстренько что-то приготовил, и сладкую, и не сладкую выпечку готовлю, поэтому очень нравится. Также, девочки, я взяла мороженое, что-то так захотелось, за окном мороз, мне захотелось мороженого прям вообще. Смотрите, какое должно быть. Вот честно скажу, повелась на упаковку. Должно быть, наверное, очень-очень вкусное. По крайней мере, выглядит безумно вкусно. И вот такое вот, это у меня любит муж и дети. Вот такой арбуз-дыня. Поэтому взяла еще вот такое. Кстати, вот экзо, вот эти мороженое тоже очень вкусные. Здесь у меня еще сыр кусочек. Это белорусский, почитала. Попробую, который в «Ленте» продается. Я обычно покупаю вот в магазинчике мясном, местном, скажем так, в магазинчике сыр. Стоимость его примерно та же. И там с такой красный, не красный, такой оранжевый, вот этой корочкой, да. А здесь вот обычный, но попробую. Но белорусские сыры действительно, девочки, очень вкусные. Вот производство «Беларусь» тоже взяла. Так, здесь у меня соки взяла, гранатовый и тропический микс. Гранатовый сок люблю я. И хотя пишут, что это химия, но, девочки, у нас гранаты, я живу в Санкт-Петербурге, очень сложно найти вкусные, хорошие гранаты по адекватной цене. Значит, молоко еще взяла, лентовское 2,5%. Здесь у меня кетчуп кальви взяла и вот такой майонез. Ряба, не знаю, может, какой-нибудь салатик сделаю, какой-то с молоком, желтком. Деревенским. И еще взяла свои йогурты, вот эти Слобода, я их безумно люблю, они очень вкусные, прям вообще подсела на них. Разные вкусы, я, по крайней мере, раньше такие не видела, вот все решила взять попробовать. В маленьких, правда, только бутылочках разные вкусы, вот такие, что это какая-то, с клюквой и злаками, потом вот такой дыня и дикий рис, да, наверное, вообще будет очень вкусно. Манго и папайя. И вот такое еще тут яблочко с яблоком и злаками. Ну, Слобода действительно делает очень вкусные йогурты. И Слобода масло, кстати, я тоже очень люблю. Вот такой взяла небольшую в этот раз упаковку. Также взяла своим мужчинам Эммунельки. Вот такое малина-морожка, клубника княженика. Не знаю, что это такое, кстати, за ягода. Никогда не пробовала такую. Вот, это любят у меня мужчины, муж, дети. Еще вот такие взяла попробовать. Это
гуава эхиноцея, две штучки, вот они у меня. И вот такие вот, не знаю просто, будет вкусно или нет, апельсин, имбирь, мандарин, тоже две штучки. Ну и вот такие даниссимо, это у меня дети любят, с киви, пломбир и вот такие с шариками. Так, дальше здесь у меня взяла, тоже были по акции, горошек, две упаковки, кальмары были по акции, вот такие лентовские. Не знаю, кальмары лентовские не пробовала, но я пробовала кильку в томатном соусе. Я обожаю кильку в томатном соусе, я могу просто так вот без хлеба съесть целую вот такую банку. Мне безумно вкусно, но я вообще рыбу очень люблю. Вот, и килька в томате, вот эта лентовская, она крупная. Я как-то покупала такую дорогую прям кильку. Но вообще я много всяких пробовала. Я не люблю, когда она мелкая, я люблю, когда она крупная. Вот лентовская мне очень нравится. Взяла два вот таких багета лентовских. Один за 14 рублей какой-то парижский, а второй за 40 рублей какой-то вот такой деревенский пшеничный. Вот, но лента, выпечка тоже очень вкусная. Дальше здесь взяла, тоже были по акции вот такие, как это, снеки, да, называются, с разными вкусами набрала. Тоже, кстати, вкусные вот они. Колечки соленые тоже. Здесь вот этот ореховый соленый микс, но он острый, он очень острый, но мужу моему безумно нравится. Поэтому ему купила вот такой ореховый микс. Чай был на акции, вот этот Тесс Sunrise, поэтому взяла его. Вот. Ну, тоже пойдет. И вот этой девочке тоже я повелась на акцию. У меня, я взяла два вот таких. Один уже меня утащили дети. А вот этот шоколад Победа, он безумно вкусный, вот эти большие. Жалко, только не было белого шоколада. Я очень люблю белый шоколад. Он был вот такой сливочный с вишней, да, с кусочками вишни. И вот такой вот с лесным орехом. Очень вкусный шоколад, я прям балдею. В общем, это я себе взяла. Ну, поделюсь, конечно, со всеми домашними. Вот, и вот такие здесь у меня батончики, которые любят у меня все и муж, и дети. А здесь еще вот у меня тик-так затесался. Вот, взяла. Две упаковочки у меня тик-така, должно быть две, да. В общем, вот эти батончики, я считаю, что это очень хороший, полезный перекус. У меня и муж машину берет. Вот такие у меня мужчины больше любят с бананом. Вот. И еще взяла вот такие попробовать. Они подороже, но мне показалось, что должно быть вкусно. В общем, я всякие разные там уже, наверное, пробую. Вот такие вот тоже типа шоколадные. В общем, разные батончики вот такие набрала. Но вот эти вот корни очень вкусные. Очень нравятся нам. Так, ну и фрукты, овощи. Давайте начнем с фруктов. Взяла яблоки Red Chief красные. Что-то они очень аппетитно лежали там, поэтому их взяла. Взяла два граната. В прошлый раз брала вот такие отборные. Видите, на 179 рублей стоят отборные гранаты. Те, которые обычные гранаты, стоят 150 рублей. И они такие более мелкие. Ну, в общем, они не вызывают доверия лично у меня. Я как-то покупала, были кислые. Вот эти вот хорошие, сладенькие гранаты, поэтому я помимо гранатового сока, гранаты тоже ем. Сок из них не выдавливаю, просто так их ем. Взяла также два манго. Кстати, манго такое прям спило, оно такое мягенькое-мягенькое. Вот я две штучки поэтому взяла. Обычно в ленте зеленые манго лежат. Ну, такие не спило, я имею в виду. Еще манго вкусные, такие желтые, но вот у нас сейчас только такие есть. Дальше взяла мандарины абхазские по 129 рублей. И личи. Я в пятерочке личи так и не нашла, но в ленте они сейчас по 239 рублей, поэтому я взяла почти килограмм сразу же. Дальше у меня здесь груши конференц. Порвался у меня пакет. Взяла тут немножко по 149 рублей. Я, кстати, груши не очень люблю. Вот, это мальчиком своим. Взяла также капусту белокочанную. Хочу суп сварить. Ну, как это, щи со свежей капустой. Вот по 20 рублей взяла такую маленькую. И здесь у меня огурцы. На развес, кстати, вообще нет огурцов в ленте. Только вот в упаковках. И помидоры. Ну, помидоры сейчас все не очень вкусные. Поэтому, да, по 136 рублей. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась небольшая закупка. Но, да, я повелась на акцию. Вот это по акции взяла. Это хотя не нужно было. Но чай нужен был. Вот. И фрукты, конечно же, тоже. Сейчас покажу вам чек.